С самого утра в Одинцовском ЗАГСе концентрация любви невест и женихов была максимальной. Всем молодоженам в этот день дарили ромашки, а регистрацию каждой пары в честь праздника сопровождал семейный музыкальный ансамбль «Слобожане». День семьи, любви и верности набирает популярность. В Подмосковье 400 пар решили узаконить свои отношения именно в этот день, в день Петра и Февронии. И сейчас мы находимся возле Одинцовского ЗАГСа, где на наших глазах рождаются 15 новых семей. Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Все больше молодоженов стремятся зарегистрировать свой брак именно в этот день. Однако некоторые пары даже не подозревали о существовании такого праздника и для свадьбы чудным образом выбрали именно 8 июля, несмотря на то, что это не выходной. Мы решили, что восьмерка в дате свадьбы – это символ вечности. И так совпало, что 8 июля – это праздник. Мы даже не знали об этом, когда выбирали, когда узнали, решили, что точно эта дата. С начала 2015 года Одинцовский ЗАГС зарегистрировал 600 пар молодоженов. То есть каждый месяц в Одинцово появляется примерно 100 новых семей. Такая статистика могла бы порадовать, если бы не данные по разводам. За этот же период было расторгнуто 486 браков. Подобные праздники направлены на то, чтобы изменить ситуацию и сократить количество разводов. Во-первых, у нас очень много проводится мероприятий для этого. Вот эти праздники, тот же День семьи, любви и верности, Красная горка. Потом мы чествуем юбиляров семейной жизни. И причем мы их не просто чествуем, а чествуем совместно с регистрацией молодоженов, которые видят яркий пример совместной жизни, терпения, любви и верности. Всего в Московской области медали за любовь и верность получили 71 семейная пара. Примером для одинцовских молодоженов стали Ольга и Леонид Станкевич, прожившие вместе 60 лет. Супруг не смог лично присутствовать в ЗАГСе по состоянию здоровья, поэтому напутственные слова молодым произнесла Ольга Андреевна. Я всем вам, всем желаю, чтобы у вас то же самое было, чтобы вы любили друг друга, уступали друг другу, жалели друг друга. Жалко, что муж мой вчера... Ему большой привет. Каждая пара по-разному представляет себе будущую жизнь. И секреты счастья у каждого свои. Мы будем очень веселой семьей. Мы любим совершать безумство. Яркие. Когда нам будет 85, я покрашу волосы в фиолетовый цвет, у нас будет 10 собачуль. О. А он будет это все терпеть. Хочется надеяться, что следующими поводами для посещения ЗАГСа у этих молодых людей будут только регистрация новорожденных или свадьбы друзей. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».